Итак, ребят, ну что, всем привет снова. Сегодня покатушка у нас еще более интересная. Сезон начинается у нас весело. Техники в наших рядах становится больше. И сегодня у нас 6 мотоциклов. Соответственно, это еще более интересно. Так, ну собственно, куда мы движемся? Мы едем в Мульчиху. Территориально это Алтайский край, Солонежинский район. Выезжаем с того же Солонежного. Движемся в сторону Тальменки. С Тальменки выезжаем направо. Там хер знает, куда едем. Я думаю, найдем. В общем, что такое Мульчиха? Мульчихинские рудники, основанные времен Второй мировой войны, добывали руду, такую как вольфрамовую и еще какого-то там ми-ми-ми, не помню чего. Да, пыльная дорога у нас, ни черта не видно, конечно. Андрюха не в курсе, где курича, да? Улетел такой. Все, все, катим дальше. Вот, собственно, и такая интересная у нас группа, компания. Там еще машина, похоже. Что-то здесь уже какой-то пиздец, да? Короче, что, препятствие в виде мостика. Либо брод, да? Что-то не хочется туда лезть. Бля, туда нам надо, нам? А? Вон в том месте. Что там глубоко? А если пытайте. Да глубоко, бля, там. Да ну на. Тянки грязи не боятся. А там кого вы забыли нас? Ворона. Красоты мира. Ну давай повыше заедем, да пройдем по дороге. Едем на перевал. Может, реально там лучше вернуться? Так, а вы брат, там тоже брод. А? Один хер. Не, вот здесь-то проедем. Ну видишь, он матерится. Типа не ехайте здесь. Где ты? На перевал подъемный. На перевал поднялся и правой стороной пошел. А, поверху. Где вот под этой, под горой? Да, вам проще будет. Тут вы в грязи будете ебаться, и мостики все поразмытые. Да какие мостики, мы объедем. В общем, опять приключения, поиски дороги. Там, короче, брод, мостик, хер с ним. Но мы решили наебать всех и объехать выше. Посмотрим, насколько перспективна эта идея. Бежит даже? Вот мать его. Это плохо. На Ирбисе, короче, карп побежал. Он его перебирал, вторую скорость переставил, заменил шестерню второй передачи, лазил в карбюратор, естественно, очистил, прочищал. Но это буквально вчера было, делал, когда настройка еще требуется, по идее. Бежит карбюратор, он кранчиком играется. Скинуть надо, иначе у него вылетит весь бензин, так надо разобрать, но... Ну, поплавок ты не гнул? Значит, просто соринка, но... Так, и вот мы до перевали, собственно, и едем по старой дороге. Андрюха на Кавасаки. За ним лучше очки одевать.
прилетит что-нибудь. Да, время уже вот-вот май, но еще снег, как видите, вот он. Наваливает Андрюка, близко к нему подъезжать нельзя. Ну, сырость такая, но в принципе ни о чем. Дорога. Ништяк. Так, кидает. Да, крутота вообще, круто, красиво. Дорожки такие, виды такие. Группа серьезная. Красота. Постояли, карп, короче, перебрали на Ирбисе. Движемся дальше, сейчас спуск и подъем потом. Месик чуть-чуть. В мотоботах тормоз искать, это пиздец. Вот и такой чудесный, замечательный лесной тропой. Идем дальше. Как таковой дороги уже практически нет. Просто выбрали какое-то направление. Такая банда, вообще жесть. Вообще прям по красоте. Хорошо швырануло. Хера. Да, резина, конечно, Ванька. Не айс для такой дороги. Все-таки ни кросс держака не хватает. Да и подвеска, видно было, не отработала. Что-то здесь ни хера дорога не пахнет. Даже самый вообще старый, даже средневековый, блин. В общем, проехали, нам надо туда. Да вот здесь уже спуск туда идет. Короче, кустами, лесами всякими. Ищем дорогу, короче. Вот она, дорога, наверное, или что-то похожее на нее. Так, здесь спуск какой-то. Маршрут довольно-таки интересный, здесь всего хватает. То есть с почвой, несмотря на то, что визуально кажется, она нормальная на самом деле, она сырая. Мод держится херово. Его постоянно норовит скинуть, занести. Вот это красота, альпийские луга просто, зелень, цветочки, шикарно, и группа эндуристов. Да, маршрут, конечно, живописный, как всегда у нас. У нас куда ни сунься, везде красота. О, смотрите, какая прелесть вообще.
А вот оно и веселье началось, да? Нехерово. Вот это вообще красота. Это провалился он. Пипец тут лужится. Да, раскатали. Вот какая красота в итоге после преодоления лужицы. Чё, Лёх? Да что-то как-то звук такой. И заглох?